Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Приехал с работы, поднимал голубей. Очень большой ветер у нас. Блин, не видно ничего. Пасмурно. Молоденький лалак тоже немножко полетал, уже сел. Это голубка, бакинка белая. Связал я ей хвост, она забивается. Не знаю, слышно будет, не слышно за ветром в камеру, что говорю. Летают мои красавчики. Двоих почему-то я не вижу. Да, вы бедненькие. Наверное, зря я их поднял. Но я почему угнул. Голубка, бакинка вылетела. Сама поднялась и начала кувыркаться, упала на крышу дома. Я взял этих, пугнул. Она взлетела к ним и где-то утянула с полулалаком. Фу, блин, фу, ветер аж в рот задувает. Ветер дурацкий. Сел уже. Благодарненский. Прозевал я, когда он сел. Рыбоголовая здесь. Голубочка. Вот она. Садится. Это рыбоголовая. Так, нет. Бакинца сизого нету. Полукровки лалачки. Поставлю на паузу пока, попозже включу. Полукровка лалачка и бакинец сизый. Вытягивают на ветер. Это лалачка кувыркается. Бакинец выше или наоборот, не пойму. Они обе. Оба темные. Оба кувыркаются. Пришли, друзья. И лалак молоденький, и бакинка чернохвостая. Блин, не фокусируется. Все дома. Это лалак, которому ястреб хвост вырвал. Красавчики мои. Прилетели, друзья. Сизый бакинец и лалачка-полукровка. Прозевал я их посадку. Ладненько. Огромное спасибо за внимание. Путем ничего не снял. Дай бог вам всем здоровья. Приятного просмотра. Всем пока.